Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Кировчане в два раза чаще стали расплачиваться картами Мира. Средний чек по ним в апреле составил чуть более 500 рублей, следует из статистики оператора системы национальной системы платежных карт. В марте средняя сумма чека составляла 470 рублей. Отмечается и рост числа платежей по картам Мир в Кировской области. Если в марте по ним было совершено 5000 транзакций, то по итогам апреля 10 тысяч. В России выдано сейчас уже более 5,5 миллионов национальных платежных карт, их принимает более 2 миллионов банкоматов и терминалов оплаты на кассах магазинов. Программа «Экономика». В Омутнинском районе будут производить лекарства для животных. Завод «Восток» начал выпускать препарат «Полифепан». Это природный сорбент, который помогает при интоксикации и желудочных расстройствах. Продукт получают на кировском биохимзаводе. В «Восточном» его перерабатывают в готовый для употребления продукт, биоактивные кормовые добавки для животных и расфасовывают. Планируемый объем выпуска до 20 тонн в месяц. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Постановка бухгалтерского учета – один из главных этапов формирования предприятия. От того, насколько грамотно она осуществлена, зависит эффективность и стабильность работы компании. Кроме того, сформированная в соответствии с современными стандартами бухгалтерская служба поможет сохранить все имущество, поставленное на баланс предприятия, говорит руководитель фирмы «Бухгалтер ИА» Татьяна Максимчук. Весь спектр профильных мероприятий, связанных с постановкой бухгалтерского учета, может выполнять только команда квалифицированных сотрудников. Компания «Бухгалтер ИА» выполняет качественные услуги в этой сфере. Особого участия профессионалов требует постановка бухгалтерского учета с нуля, поскольку от качества этой работы зависит финансовое благополучие всей компании. Постановка бухучета требуется в случаях реорганизации предприятия, открытия ИП или ООО, введения новых правил при условии ведения производства, изменения в налоговой политике, установки нового программного обеспечения. Начиная работу по постановке учета, компания «Бухгалтер ИА» прежде всего проводит анализ всех организационных и административных нюансов работы предприятия. Это дает возможность адаптировать итоги работы компании к уже накопленному профессиональному опыту. Если вы хотите оказаться в руках профессионалов, звоните 46 42 81. Экономика. В завершение о курсах валют. Доллар сегодня стоит 56,27, евро 62 рубля 92 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.